bandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin bandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nol berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Kimlardir nol berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin bo'ladi va yoki bermasa hikmat bo'ladi bandasin bergani minnat bo'ladi hayotda hech kimga kuning qolmasin senga ham baxt kulib boqsagar asta men odam qilganman deydi bir pasta do'stginam ba'zilar shundayin pasta hayotda hech kimga kuning qolmasin dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p Omadingni dushman tortib olmasin Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob Hayotda hech kimga kuning qolmasin Bandasin qo'llasin yaratganiga O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Поедешь снова в конюшню? Нет. Что, испугалась лошадей? В прошлый раз ты говорила, что не боишься ни лошадей, ни слонов. Я и так не боюсь. Просто у меня нет свободного времени ходить в твою конюшню. У меня много работы. Не хватало, чтобы я еще проводила день в конюшне. Посмотри, сколько времени я уделяю тебе. Конечно. Если надо, будешь уделять и внимание. Смотрите-ка. Мачо, давай поговорим попозже. Мне нужно домой. Что случилось? Все нормально, да. У меня свои дела. Давай поговорим попозже. Ты в порядке? Да, нормально все. Я тороплюсь, пожалуйста, давай быстрее. Потом поговорим. Хорошо. Позвони, когда едешь. Ладно. Что? Ты еще не спишь? Я ждала тебя. Меня ждала. Странно, что ты сам пришел.
Ты что, сегодня не пил? Или у тебя денег не осталось? Все, не начинай. Перестань себя показывать возле мамы. Все равно богатство и дома тебе не достанутся. Ты для меня чужой. Не забывай, ты не из нашей семьи. Не притворяйся, что... как будто бы защищаешь мою мать. И мы сами можем все это сделать. Во-первых, меня не интересует ваше богатство. Во-вторых, защищаю я свою мать или нет, это не ваше дело. Ты иди отдыхай. Наверное, наш любимый зятёк заждался. Или он еще не пришел? Терпение тебе. Ты изменила мое отношение ко всем. Благодаря тебе я научился общаться даже с теми людьми, которые мне не нравятся. Выбрось из засохший хлеб. Сестра, из него можно сделать толкан. Вот и все. Толкан? Тогда сами и ешьте. И бабушка уехала. Отдохнет и приедет. Заодно и мы тоже отдохнем. Немного. Что вы хотите сказать, сестра? Теперь некому вмешиваться в наши дела. Поэтому я и говорю так. Мы тоже будем свободны. Буду делать то, что захочу. В любое время смогу пойти туда, куда захочу. Никто не будет мне хозяйничать. Но это не значит, что работа по дому останется. Я сама все буду контролировать. Будьте добры, делайте все осознанно. Хорошо. Может, мне сегодня приготовить казан-кабаб? Скажите Юзуфхану, пусть больше мяса привезет. И вообще, что вы еще умеете готовить? Я все умею. А вы что хотите? Ну, вот говорю же, казан-кабаб, вот. Да, кстати, сегодня папочка остается у второй жены. Вы же знаете, бабу Ракия тоже каждый день поздно приходит. Сами приготовим казан-кабаб. Что скажете? Толкам приготовите завтра. Давайте скорее, шевелитесь. Ладно.
У меня новость. Наконец, наш сын нашел себе девушку. Дай бог, скоро сыграем свадьбу, да? Значит, женишься. Ну? Кто ее отец? По профессии девушка психолог. Допустим, что ты женился. А потом что собираешься делать? Я никогда не думаю о последствиях. Я всегда рискую. Да, ты никогда не думаешь о последствиях. Всегда рискуешь. Твои риски меня заживо похоронят. Если бы твоя покойная мать увидела бы тебя в таком состоянии, она бы пожалела, что у нее есть такой сын. Папа, из-за чего умерла моя мама, а? Закрой рот. Дорогой, не надо. Успокойтесь, так пожалуйста, не надо. Убью. Оставьте его. Папа, сынов, вы не надо. Успели убить мою мать. Прекратите. До моего рождения, да? Ну хватит уже. Заткнись, ублюдок. Не говори так, сынок. Что, я ублюдок? Не надо, сынок. Рот закрой. Я что, ублюдок, да? Сейчас убью тебя. Вы всех убьете. И меня убьете. Меня. Успокойтесь. Вы только это и можете. Иди, сынок, ублюдок. Тьфу. Ну все, успокойтесь. Дорогой, успокойтесь. Во всем виновата ты, во всем. Я тогда тебе говорил, чтобы мы сдали его в детдом. Я столько тебе говорил, нет. А ты не послушалась. И вот не тебе говорите. Результат. Ой. Что с вами, дорогой? Сейчас, сейчас, минуточку, я принесу лекарство. Достон, вот я привез тебе тележку. Ты работаешь? Ага, хорошо.
Что случилось с тобой, Мафтуна? Ну говори же, что с тобой происходит? Со вчерашнего дня молчишь, ничего не говоришь. Ну говори же уже. Душа принадлежит Аллаху. Ее нельзя ранить. Но почему-то некоторые люди этого не понимают. Почему, когда им доверяешь, они пренебрегают твоим доверием? Убивают твои мечты? Или в наше время люди не ценят эти чувства? Фируза. Неужели так легко играть чувствами человека и перевернуть его жизнь, Фируза? Неужели это так легко? Что же случилось? Кто ранил твою душу? Кемрон. Камрон? Да. Что случилось? Оказалось, у него есть любимая девушка. Что? Ну ты конюх. Помнишь, позавчера к нам подошла одна девушка? Да. Вчера, после твоего ухода, эта девушка пришла и сказала мне, чтобы я оставила в покое Камрона. У них скоро будет свадьба. Что? Свадьба? Какая еще свадьба? Почему он тогда посылал тебе сватов, если у него будет свадьба? Я и сама не понимаю. Из-за этого ты так переживаешь, да? Надо было проверить. Поговори с ним сама. Почему ты веришь какой-то девушке? Борись за свою любовь. Не сдавайся, хорошо? Я поговорила. Это и вправду девушка Кемрона. Каждый раз при нашей встрече кто-то ему звонил. Это была она. Вот мразь, вот тебе и конюх. Это он столько времени тебя обманывал, значит, да? Какое он имел право играть с твоими чувствами? Я его... Сейчас я ему позвоню. Какой у него номер телефона? Остань. Какое он имеет право? Идиот. Не звони, не надо. Подожди. Ты будешь вот так ходить и мучиться? Из-за своей доброты, да? Вот мразь. Я же говорила тебе. Я же тебе говорила. Ладно, Мафтуна, не переживай. Это не стоит твоих переживаний, хорошо? Он еще ответит за все. Я думала, что теперь я буду счастлива. Но оказалось, мне это не суждено. И почему я такая невезучая? Несчастная. Почему у меня такая судьба? Не говори так, не надо. Неужели мало того, что я пережила? Перестань так говорить, Мафтуна. Ты еще будешь самой счастливой на свете. Вот увидишь, ты сильная. Может быть, это и к лучшему. Все пройдет. Давай, вставай, вытри слезы. Пойдем. Больше не думай о нем, хорошо? Он этого не стоит. Не нужно. Если бы этот конюх стоил этого, он бы так делал, разве? Милая? Да. Помнишь Барнопа, которую избрали в Махалю? Ну? С тех пор, как она пришла, у нашей Махале большие изменения, правда? Да, действительно. Сколько бесхозных мест обустроено. Угу, вы правы. Кстати,
и чайхану в начале улицы отремонтировали. Серьезно? Увидишь, не узнаешь. Да вы что? Очень изменилось. И дядя мой очень помог в ремонте. Да благословит его Бог. Да. Спасибо ему. Дядя много помогает нуждающимся семьям. Дильдор. Да? У меня есть идея. Какая? У нас ведь есть немного лишних денег, да? Да. Вынеси их. Давай дадим их Мархобапа. Она осталась одна с тремя детьми. Это было бы ей помощью. Что скажешь? Тогда я приготовлю одежду Абиджана, которая стала ему малой. И их тоже отнесем ей. Хорошая идея, я согласен. Он много не одевал эту одежду. Хорошо. Тогда собирайся, сходим вместе. Ладно. Давай быстрее. Сейчас. Дядя, я только сейчас чувствую, как хорошо, когда делаешь добро. Кажется, это место только открылось, да? Да. Это принадлежит моему хорошему другу. У него таких очень много. У него хороший вкус. Да. Алло, мамочка, ассаламу алейкум. Кажется, около тебя кто-то есть? Да, я сижу со своим хозяином, который дал мне работу. С Азаматбаем, что ли? Да, с Азаматаке. Удачи тебе. Спасибо, мамочка. Пока. Пока. Мама, что ли? Да, мама. Как ее здоровье? Спасибо, хорошо. Передала вам привет. Спасибо. Давай, теперь поговорим о нас. Что ты еще хочешь иметь? Вы для меня все уже сделали. Если еще что-нибудь понадобится, я вам скажу. Да, поживут немного, потом будут жить отдельно. А когда им Автуна выйдет замуж, я останусь здесь одна. Да. Ладно, мама. Да, милый? Ты не накроешь на стол? Да, сейчас накрою. Сейчас, милый. Как там Автуна? Она отдыхает. Выходи быстрее. Иду, милый. Иду. Акмаляке, мы много говорили с вами на эту тему. Я знаю, вам не понравятся мои слова. Но я вынуждена опять их сказать. Вы меня правильно поймите. Я тоже женщина. Хочу быть счастливой. Не жалуюсь. У меня все есть. Я сыта, одета. Но для полного женского счастья всего этого недостаточно. Женщина всегда ждет супруга, любви, ласки. Моя душа пуста. Знаете почему? Из-за вашего безразличия. Если сказать правду, я очень измучилась. И вам тяжело. Я это знаю. Акмаляке, пожалуйста, давайте разведемся. Нет. Ты правильно меня пойми.
Я не могу с тобой развестись. Господи, посмотри на это. Повсюду написали всякую всячину. Разные признания в любви. Как будто не могли другого места найти. Странно. Посмотри на это. Эх. Марджона, ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу? Я не все принимаю близко к сердцу. Говори. Не беспокойся. Я ни на что не обижусь. Я люблю тебя. Я не верю в любовь, мачо. Раньше и я был таким. Не верил в любовь. Не понимал этого. Мачо, это не любовь. Это просто привычка. Понятно? Я и вправду люблю. Я не люблю. Все, хватит. Пойдем. Просыпайся уже. Пошли. Что случилось, Бабур? Оказывается, ты меня звал? Что-то дяди не видно. Папа ушел, как баракя. Что-то случилось? Почему-то ты без настроения? Позавчера я встретил в ресторане Азаматбая. Он злится, что мы открыли склад для корма. Спрашивает, начнем мы какой-нибудь свой бизнес или будем брать его идеи. Говорит, что мой дед тоже работал в его руках. А теперь мой отец якобы встал на ноги и начал свой бизнес. Но и этот бизнес он скопировал у Азаматбая. Бабур, ты же его знаешь. Пусть говорит, что хочет. Не обращай внимания. Не трать свое время на всякую мелочь. Ты же знаешь, он нас ненавидит. И дальше так будет продолжаться. Было бы в моих руках, я бы выступил против этого человека. Но отец всегда меня останавливает. Если бы дядя чего-нибудь не знал, он бы не говорил. Ты не обращай внимания. Так-то так. Но до каких пор мы будем молчать? И на соревнованиях он подкупил наших джокеев. Он играл нечестно. Он надсмеялся над моим отцом. Мы промолчали. Но всему этому должен быть конец. И у нас есть честь. Бабур, ты об этом не думай. Время все покажет. Не беспокойся. Бахром Аке, я попрошу вас об одном. О чем? С сегодняшнего дня, если вы заметите, что Азамат хочет что-то сделать, говорите не папе, а мне. Посмотрим, на что он способен. Хорошо, договорились. Только думай, что делаешь. Ты еще молод. Понял.
Доченька, у тебя что-то болит? Ты почему такая? Почему мужчины такие, мама? Изменяют женам. Гуляют с другими женщинами. А женщина все это терпит. И отец мой столько раз вам изменяет. Но вы все равно его прощали. Закрывали на все глаза, чтобы сохранить семью, детей, все. Ведь эта семья и эти дети, и его тоже. Почему он об этом не думает? Зачем он так поступает? Что случилось, дочка? Я увидела Акмаляке с другой женщиной. Раньше, когда Гузаль мне об этом говорила, я не верила ей. Теперь увидела своими глазами. Он прогнал меня перед этой женщиной. Скажи, может быть... Ты неправильно поняла? Может, они встретились по какому-нибудь делу, рабочая встреча. Ты не спросила у него самого? Было бесполезно спрашивать, мама. Все равно он не сказал. Ты знаешь, в этой жизни... Всякое бывает. Поэтому надо быть готовой ко всем испытаниям. Понимаешь, дочка? Жизнь сложная штука. Да. Акмаль. Я недавно услышала, как Азаматаке разговаривает со своим сыном. Он хочет его женить. Сыну понравилась какая-то девушка. А старик услышал это и рассердился. Слушай, он действительно сын Азаматбоя, да? Или... Его просто усыновил. Это его ребенок. Ты же знаешь, что Азаматбой неравнодушен к женщинам. Его родила одна из его женщин. А потом он вынужден был привести этого ребенка домой. Но он до сих пор не признает этого бедного ребенка. Поэтому он все время на него говорит: ублюдок, бастард. А что случилось с этой женщиной? Умерла от побоев Азаматбая. Бедная женщина. Не было счастливо. И сыну он не дает жизни. Слушай, Акмаль, мне становится страшно. А вдруг он и меня убьет? Почему боишься? Я же рядом с тобой. Даже если ты рядом, кто знает, скольких людей он убил? И твою маму он упёк в тюрьму. А я единственная дочь у мамы. Давай прекратим эти дела. Купили дом, машину. Может, хватит уже?
Нет. Это всего лишь начало. Потерпи. Мы получим всю империю. Я тебе и раньше говорил. Начали? Назад пути нет. Ни о чем не переживай. Ну все, ладно, я пошел. Его любимая дочь заждалась. Иди, иди. Заждалась. Ты тоже иди отдохни. Спокойной ночи. Акмаль. Даврон, бабушка выздоровела? Да-да, спасибо. Ей лучше. Как она себя чувствует? Хорошо. Ложиться в больницу не хочет. Говорит, что ей лучше. Если нужны будут какие-то лекарства, скажи. Ладно. Найдем все, что необходимо. Хорошо, хорошо, понял. Алло. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Я звоню по вчерашнему вопросу. Если у вас есть время, было бы хорошо сегодня встретиться. Хорошо. Часов 5 подойдет? 5. Подойдет. Хорошо. В это время я буду на работе. Договорились. Приходите. Поговорим. Пока. Пока. Ты сейчас иди домой и скажи Хадиче, чтобы она дала тебе документы. Принеси их. Ладно? Ладно. Поторопись. Хорошо. Давай. Ой, Даврон Джон, заходите. Ассаламу алейкум. Садитесь. Проходите, садитесь. Как отдохнули? Спасибо. Как вы сами, не устаете? Хорошо. Не устаю. Пейте чай. Я слышала, что вы женитесь. Пока нет. В кого-то влюбились? Да. Как здорово. Это же хорошо. Кто эта девушка? Да, одна девушка. Ее зовут Марджона. До сих пор я думал, что никогда никого не полюблю. Но я встретил эту девушку, и жизнь моя изменилась. Она ни на кого не похожа. Очень веселая, очень счастливая. Как бы я ни старался быть серьезным в жизни, эта девушка, наоборот, говорит, чтобы я не был серьезным. А если это хорошая девушка, давайте пошлем вашу маму сватать. Зачем же так сильно тянуть? Отец не разрешит. Почему вы так говорите? Каждый отец хочет, чтобы его ребенок был счастливым. Он тоже желает вам счастья. Человек, который хотел бы видеть мое счастье, умер. Я думал, что и счастье мое умерло вместе с этим человеком. Но не знаю, за какое мое хорошее дело Бог меня наградил. Правда, эту любовь и внимание я получаю не в семье. Иногда оказывается, и вне семьи люди могут дать любовь и внимание и изменить жизнь. Так что я не отступлюсь, чтобы добиться этой девушки. А как же
без согласия вашего отца. Это же неправильно. До сих пор я не спрашивал у отца, что делать. И дальше будет так же. Ладно. Счастливо оставаться. Счастливого пути. Хорошо. Значит, Марджона. Надо проверить. Здесь не обязательно быть большим. Вы правы. Но дети к вам очень привыкли. Что случилось? Есть новость. Этот баловень полюбил какую-то девушку. Почему в ванной комнате до сих пор не убраны? Сейчас уберусь. Я? Спросите об этом, Гузаль. Ты опять пришла. Мне нужно с вами поговорить. Kimlerdir nal beri hissetmavari, koksinga tıxadab eslatmavari. Kimlerdir nal beri hissetmavari, koksinga tıxadab eslatmavari. Sen kim edin diye özletmavari. Hayatta hiç kimge künim kalmasın. Sen kim edin diye özletmavari. Hayatta hiç kimge künim kalmasın. بولاده و یا کی بین مسخ حکمت بولاده من رسن برگنه مینت بولاده حیات ده هیچ کم گه کنین قلمسن سینگه هم بخت کلو باقسا گل هسته من آدم قلگن من دیده بر پسته دوسکنم بازلر شنده این پسته حیات ده هیچ کم گه کنین قلمسن دنیا اصل سنو سخماق لرکو آمدین دشمن تارتب آلمسن بو یلده یخلب تارت سنگ ده عذاب حیات ده هیچ کمگه کنین آلمسن.